Ну-ка. Кто испортил вечеринку? Костян. Костян. Кто испортил вечеринку? Ну, ребята, блюки там приехали. Все, Дунь. Вот так вот, видишь, были друзья, а сейчас по разные стороны баррикад. Да, ты со стволом, я с камерой. Как говорится, блядь. Сегодня кенты, а завтра менты. Если ноты в мелодии, Ряш, ты делаешь? Математический порядок, что ты делаешь? Я на мультик. Мультик? Куда ты приехала, расскажи всем. Тут твои друзья вот там смотрят. Поздороваешься с ними? Хорошо. Вот это? Нет, вот тут твои, там друзья, через камеру смотрят. Хочешь банана? А колпачок? Нет, спасибо, это надо. Ну, сейчас оно там лежит у меня. Ребята, Димон, что мы делаем, расскажи. Здравствуйте. Здравствуйте. Работаем. Работаем. Молодец. В общем, короче, хотим сделать полную клип-этикетку. Вы знаете, у нас на банках сейчас такая термосадочка сверху. На колпачок держит. Мы решили сделать ее полноценной. Это образцы. Потом это все дело совместится вот так. Но есть проблема из-за того, что туннель же, тоннель. Он с одной стороны начинает нагревать, может быть усадка, может сползти куда-либо, это полная термосадочная пленка, поэтому вот мы сейчас, видите, с Димой одновременно подумали, потому что у умных людей мысли сходятся, чтобы проверить, как будет деформация пленки происходить при нагревании, ну, Димон что-то маркером написал. Я почти уверен, что какие-нибудь матные слова и, возможно, неприличные, непристойные рисунки по-другому не работают. Да, Ряночка? Скажи, они, скажи, все бездельники. Бездельники. И что мы с ними сделаем со всеми? Что? Поругаем. Поругаем? А как? Так нельзя делать. Умничка. Вот такие дела, ребят. Так что, возможно, скоро не удивляйтесь, если вся продукция начнет поступать в полный слив этикетки. Не завтра, но в обозримом будущем. Дмитрий Николаевич, вас покорнейше благодарю. Ребята, вот я сейчас сел обедать. Малышка еда была с собой, съел две котлетки из кролика, что надо докушивать. Апельсинку свою. Ну, умничка. Какой апельсин? Заказал себе вот тут, типа, что полезную еду какую-то с курицей, там, овощи вот. И приходит Гашан. Всем привет. Кому-нибудь вдруг нужно видеонаблюдение, то я скажу его. Привез вот такую вот камеру. Ну, мало того, он привез обед. Обед. Обедище. Да. Смотрите, чтобы понимать. Сумка. Бургер. Сколько килограммов здесь? Не знаю. Ну, на ощупь, ну так, ну, по ощущениям, килограмма на 3 тянет. Зачем я так заказал еду? Ну ладно. Меня чувствует теперь сегодняшний мой второй обед, ужин и, возможно, завтра завтрак. Ну-ка, кто испортил вечеринку? Костян. Костян. Кто испортил вечеринку? Ну, ребята, блюки там приехали. Жаль, не слышали. Не подскажешь, как второй раз говорить? Сань, а вот трусы одевать на штаны нормально, да? Я не ношу трусы, как обычный человек. Сука, сорвался с языка. Жители Готэма. Костя, это не шлем, Костя. Дорогие зрители, а вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Костя, это не шлем, не надо, остановись, перестань. Погоди. Хочу, блядь, сказать этому ёбаному Абэмену. Это не защита носа. Мы же решили, маска Бэйна, блядь. Да, я ногой. Ну или, блядь, для односисечной этой тети какой-то, знаешь, лифчик. Ну почему, вспомни все, для третьей. А, для третьей, специально для отдельной, блин, точно. Мы поняли, это новые плавки соревновательные для IFBB. Сразу к делу, блядь, вот эти вот, сзади вот эти кайфовые вот эти штучки, ленточки, классные вообще. Ну, черный. Как сзади? Черный на черном, не очень видно. Ты будешь шутить, что ой, мама? Я, блядь, чувствую, как жопа сечься начинает. Да? Я даже не связан с этим. Костян, то, что посередине, это не жопа сечется, это у всех так. Видишь свечку, бери меня. Бери. Кошата классика, как она файда. Так у него и есть. Что, рекламу играли? Профессионал играет, знаешь, что они вот так вот перебирают, да, курок? Нет.
Ну не так, конечно, медленно, как я. Они вот так стреляют. Угу. Ты представляешь, да, ты высунулся, здесь мы там пум-пум-пум. У нас-то быстро, да, идет стрельба. А там он 20 раз, блядь, нажал, у тебя 20 патронов тебя прилетело. У профессионалов, наверное, жены очень довольны, да? Ёбаный ты козел. Можешь показать еще раз, как они перебирают курок? Вот так вот. Понятно. Это он так с девушками умеет. Девушки, если что, Костя вот так умеет ручками делать. Че, Дуни? Вот так вот, видишь, были друзья, а сейчас по разные стороны баррикад. Да, ты со стволом, я с камерой. Как говорится, блядь. Сегодня кенты, а завтра менты. Так, аккуратней, блядь, тут оператор наш. Что тут, как надо это все делать, рассказывать? В общем-то, сейчас наблюдаем игру на... Ё-моё, вот это рубило. Значит, суть в чем? Команда красных и команда желтых делятся между собой 4 на 3, почти поровну. Значит, один ящичек, скажем так, с красной кнопкой прячется на... нейтральной территории, и каждая из сторон должна быстрее всего достигнуть цели, то есть этого ящичка, взять этот ящичек с собой и унести его на базу противника, параллельно устранив и уничтожив всех остальных соперников. В общем-то, судя по всему... Ты ебанушка! Судя по всему, команда красных оказалась сильнее и победила. В общем-то, я нахожусь сейчас в самом пекле, в самом центре. Как мы видим, за моей спиной отсутствует ящик. Значит, какая-то из команд все-таки заполучила этот ящик. И, судя по выстрелам, которые вы слышите, за моей спиной ведется ожесточенная борьба. Насколько мне известно, осталось всего несколько игроков. Один представитель команды красных и один представитель команды желтых. Кто же выйдет победителем из этой игры, мы узнаем чуть позже. А сейчас смотрим дальше. Победу! Проигрыш. Я просто именинник, если подыгрывают. Угу. Наверное. Почему-то им не дали эти ружья без воздуха, мы договаривались. Если вас убивают, щит можно либо передать. Либо то не продать. Если передать некому, то... Так, а нам что нужно сделать? Защитить заложника, довести его до... Оргазма. До территории. За щитом. Один держит, а мы стреляем, бля. Как они это сделают, если я остаюсь здесь? Еще палец такой должен в камере быть. Еще раз, Саня заложник. Защищать заложника будет. Бля, прикольно. Пиздец, у тебя миссия, конечно. А может им лучше? Отряд Альфа разыгрывает бумага. Я не знаю, кто такой меткий, но прям в переносицу взлетел. У вас что-нибудь? А? Следы есть? Не знаю. Не, вообще не больно, но неожиданно. Сидел за этим, за доской, голову поднимаю. Может, это голубь? Голубь? Странные питерские голуби. Похоже, кстати. Сука, жопу напихали. Это будет заглавие кролику. Никит, ну-ка, поделись, что случилось? Что случилось? Напихали, сука. Куда напихали? Жопа. Полную горницу. Я уже поднял руку, меня дальше. Ну-ка, давай, покажи. Что там есть? Обычно, когда рук... Ну да, так, нормально напихали. Отправляй чулки и готовься дальше. Я еще лежу, меня дрочит дальше. Никит, полку, ведь я не пойму, как... Круг собрались и начинаем.
Я напоминаю, что мы ведем свой прямой репортаж с игры в пейнтбол. Как бы ни казалось это парадоксальным, исходя из предыдущих высказываний. Ну все, покатушки день рождения закончились. Рабочий день сегодня. Я не знаю почему, мне даже интересно, ваше мнение тоже. Ребят, мне подарили за праздники два ножа. Кизлярский, кстати, написано, известный завод, даже я знаю такой завод. Вот. В общем, подарили мне во время праздника два ножичка. Мне вот интересно, это я что, похож на такого кровожадного, что ли, человека? Ну, все очень прикольный, симпатичный. Его я решил оставить на работе. Такое тут тонкое лезвие. Я им буду конверты, документы и животы скрывать. Вот. Хотел еще вам, так, скажем, под конец ролика одну штуку прикольную показать. К вопросу, типа, знаете, часто же что-нибудь про работу спрашивают, про бизнес, про какой-то условный псевдоуспех. Ну, не псевдо, ну, у всех разные мерила. Смотрите, я себе сделал студию в офисе. Вот, чтобы что? Чтобы никуда не ездить, не тратить время. Вот, но это мало того, ребят. Действительно, время нужно экономить, нужно время использовать с умом максимально. Ну, в общем, на что похоже? Возможно, на подушку, свет. Такой штучкой, как видите, выдвигается. Не включена розетка, по-моему, да? Вот. Какая-то софт, бла-бла-бла. Кровать, ребятки. Ну, а вы что думали, как иначе? Действительно, время, я много раз говорил вам, это время самое ценное. Ну, одна из самых ценных вещей, поэтому об этом задумайтесь. Еще раз хочу всем сказать спасибо огромное за поздравления, которые были мне невероятно приятны. Искренне всех благодарю. Очень, конечно, прошла по-сумасшедшему акция. Со скидкой не ожидал. Еще раз огромное спасибо, ребят, за ваш выбор. Это фантастика. Делал пост в инсте о том, про что хотели бы вы узнать. И комментарии, и директ прилетели сообщения о том, что хотите узнать что-то про бизнес, про работу. Напишите в комментариях, мне просто интересно, вы хотите про генетик, про наше ведение дел, про то, как у нас дела, хотя по земле начали активно двигаться, уже там порядка 26 участков у нас будет с подрядом, вот 12 уже в броне, вот, кому интересно. Ну и сам там планирую я тоже построить еще, наверное, два дома. Так вот, хотите про наши дела или в целом вам интересно про бизнес, про коммерцию, про какие-то мои мысли по поводу того, как что должно делаться и вестись? Вот, напишите в комментариях, мне действительно интересно. Что наснимал Донни, я не знаю до этого, но будет видно. Все, всем пока-пока. С вас пальцы вверх, рассказать друзьям. Канал, кстати, дорос до 20 000 вместе с вами, за что я вас благодарю. Все, покедова.